Некоторые актрисы из «Великолепного века» плавно перешли в сериал «Империя Кёсэм», его продолжение. Причем этого почти никто не заметил, кроме самых внимательных поклонников сериалов. Я заметила трех актрис, сыгравших в обоих сериалах, но наверняка их больше. Буду рада вашим дополнениям в комментариях, а пока делюсь своими находками. Ангел и Ясемин Хатун. К Джихангиру в конце его жизни приходит ангел, очень красивая девушка, которая уводит его с собой в рай. Я как-то пыталась найти имя этой актрисы, но почему-то в той же Википедии ее нет. А вот многие поклонники «Великолепного века» полагают, что девушку-ангела сыграла Гизем Эмре. Хотя в ее фильмографии упоминания о данной роли нет. Возможно, потому, что она эпизодическая. А как вы считаете, это одна и та же актриса? Ранее я опубликовала этот текст на своем Яндекс.Дзен-канале «Загадки Великолепного века». Многие выразили мнение, что это не она. А как вы считаете? Кстати, а вы знаете, что за ангел пришел к Джихангиру? Что за образ? Это была Лейла из произведения «Лейли и Меджнун» о несчастной любви, которое читал Джихангир в сериале. В «Империи Кёсэм» Гизем Эмре сыграла Ясемин Хатун, сестру главной героини Кёсэм, с которой они встретились в гареме, будучи во взрослом возрасте. Но, конечно, не узнали друг друга. Их история оказалась трагической. Джихан и Шахисте. В «Великолепном веке» была героиня Джихан, которую показывали мельком, буквально в паре серий. Это была наложница Шехзаде Мехмеда, которая ждала от него ребенка, когда того не стало. К сожалению, нам не показали потом ни этой девушки, ни ее ребенка, а ведь у нее должна была родиться дочь Хюмашах, исторический персонаж, между прочим, любимица Хюрема Сулеймана, которую они воспитают вместе. В «Империи Кёсэм» актриса Патриция Видлак тоже сыграла малозначимого героя, но уже вымышленного. Шахисте Хатун сначала выступает против Насти, будущей Кёсэм, а потом становится ее подругой, но ненадолго. Ее жизнь трагически прерывается. Правда, кажется, что разные актрисы, но она одна, специально проверила по разным источникам, в том числе турецким. Рабыня в гареме Сулеймана и Гюльбахар Султан. У султана Сулеймана в гареме было много рабынь, и одну из них сыграла Айча Куру. А вот в «Империи Кёсэм» мы увидели ее же, но уже не в роли одной из сотен рабынь, а настоящей султанши, молодой Гюльбахар Султан, матери Шехзаде Баязида. Гюльбахар была вымышленным персонажем.